саженцы клематиса крупноцветкового коперник являются сортом польской селекции. Обильно цветет в течение всего лета. Крупные цветки имеют диаметр 10-12 см, полумахровые, отличаются ярко-синим цветом и более светлой полоской посередине. С лепестками контрастно смотрятся желтые пыльники на белых тычиночных нитях. Обилие темно-зеленой листвы дополнительно украшает этот клематис. В высоту лиана может достигать 2 метров, причем цветение бывает как на новых, так и на прошлогодних побегах. Предпочитает посадку на солнечном месте с плодородной, богатой перегноем, рыхлой почвой. Отлично подходит для всех видов вертикального озеленения. Клематис крупноцветковый коперник – это многолетнее растение высотой 200 см. Лиана лучше всего подходит для живых изгородей. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола клематис крупноцветковый коперник можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания клематиса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает клематис крупноцветковый коперник в месяц май, июнь, а второй раз может цвести в месяц август. Цветок окрашен в синий, фиолетовый, махровый цвет. Интересные цветы клематис могут быть до 15 см. Лист этого прекрасного растения по форме обратно яйцевидный. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что клематис крупноцветковый коперник, самоопыляемый, обои полый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.